Всем привет! Сегодня я собрал для вас подборку электроники из Китая. Если кто-то заинтересовался каким-то товаром, ссылки оставлю в описании. А мы начинаем. Модуль для заряда литиевых аккумуляторов, который выдает на выходе стабильно 5 вольт. Постоянное напряжение. Очень выгодное устройство, учитывая цену, которая составляет 22 рубля. Усилитель мощности. А если точнее, то это аудиоусилитель громкости, у которого есть два канала и на каждый дает по 3 ватта. Питается от напряжения 5 вольт. USB нагрузочное сопротивление. На плате два резистора сопротивлением 5 Ом и мощность 10 Ватт. Двусветный светодиод, зеленый на 1 ампер, красный на 2 ампера. Имеется переключатель соответственной нагрузки с 1 ампера на 2 ампера. При работе нагрузочный резистор нагревается, так что будьте осторожны. Цена всего 45 рублей. Модуль термореле с датчиком температуры. Настраивайте температуру включения вашего вентилятора и температуру, при которой он выключится. Плата питается от напряжения 12 вольт. Имеются кнопки плюс и минус для настройки температуры и кнопка сет, кнопка выключения. Термореле может выдержать 250 вольт и 5 ампер. Цифровой вольт-амперметр, которым можно померить постоянное напряжение от 0 до 100 вольт, итог до 10 ампер. Напряжение отображается в верхнем ряде и имеет красное освещение. Сила тока в нижнем и имеет синее освещение. Ну что, друзья, как вам ролик? Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше. А я желаю всем удачи и всем пока.